У работе сетки Велком у Гомеля сегодня отбылся сбой. Абоненты оператора не могли дозвониться с допомогой мобильной связи, были проблемы с доступом у интернет. По информации, размещенной у официальной группе компании ВКонтакте, позаштатная ситуация связана с пошкоджением оптоволоконного кабеля на участку помеж Гомелем и Жлобином. Специалисты поведомили, что ведают про проблему и принимают меры по ее ликвидации.